Да, до самой Полова, опять же, говорят, Заноре его секунданты, пока что не получается. Вроде бы ничего страшного, и в то же время изменить ничего нельзя. Пока, во всяком случае, но если все так будет продолжаться, конечно же, зритель вмешается и переведет обратно в стойку. Но пока никаких активных действий мы не видим ни с одной, ни с другой стороны. Возможно, что-то бы и случилось. Ну, возможно, где-то тоже по
отсели резервы и решил вот таким образом сменить немного направление и поработать по-другому. Тем более, вроде бы все как бы получается. Пусть не удается, да, сокрушить, смять, там, снести, но, тем не менее, контроль сейчас за Муином Гафуровым. Еще один тейкдаун. Да, хорошо. Здесь надо еще немножко законтролировать. Да и тут же несколько ударов опускает Замора. О, прошу прощения, Гафуров, конечно же. А вот и Замора сейчас выпустит те самые несколько ударов, которые я предсказал. Другой вопрос сложности. Тянет соперника в голову. Вот сейчас хорошо с разворота. В корпус четко попадает. Но недостаточно коротко. Но недостаточно жестко, как мне показалось. Не вложился в этот удар в полной мере. Клич, клич попробовал затащить Замора. Но и пропустил. В этом же самом клич. Затащил Муин Гафуров. Опять снизу жестко зацепил Муин Гафуров. Пытался ответить, отплатить той же монетой. Это Замора. Ну и стал сейчас больше на тактику, на стратегию работать Муин Гафуров с минимальными рисками и вот с максимально высоким коэффициентом полезного действия. То есть, что намеренно чувствует нужный момент и наносит удар. То есть, не лезет в руку. Каким-то, наверное, спасением для Вальтера Замуры на шальное попадание надежды. Ему бы подарила, но нет. Его здесь пытается использовать один из последних шансов. Замора не получилось. Легко освободил шею Муин Гафуров. И вот теперь уже Заморе нужно вставать или что-то делать здесь. Да, по-прежнему контроль за Муином Гафуровым. Обойти защиту пока что. Но нет, он все-таки высвободил Халгард. Мог бы и вторую тоже вытащить. Последняя минута. Ну, что я хотел бы сказать. Подводя такие предварительные поединки, не подарок сеньор Замора, наверное, точно. Вот опять же, какой бы ни была экзотическая кристаллика, в плане... Пожалуйста. Салам алейкум. Ожидаемое решение. Поздравляем Муина Гафурова с победой.